150 тысяч рублей за короткий срок? Приветствую вас, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова, и я зарабатываю в антикризисной программе «Карусель» со 2 марта, уже второй месяц. Это такая игра, это не проект, здесь нет админов, здесь нет сайта, здесь люди переводят друг другу деньги, помогают друг другу. Типичная касса взаимопомощи, как раз самое время, пока мы все сидим на карантине. И неизвестно, сколько это продлится. Я купила машину в прошлом месяце, 130 тысяч рублей. Часть средств из игры «Карусель» пошла на покупку автомобиля. И я пошла дальше. За 1 час я вернула свои деньги и стала приглашать. Ваша задача – оплатить 2400 рублей тому человеку, кто находится на выплате. Далее, вас приглашают в чат пиара и в наш командный чат. Далее, вы приглашаете 2 людей, такие правила. И двигайтесь по табличке. 8 человек вам отправляют по 2400 рублей и в совокупности получается 19200 рублей. В чате не прекращаются поздравления. Когда я сюда пришла, в чате было 14 человек. Сейчас здесь 443 участника. Каждый день работа кипит. Даже неактивные партнеры получили уже свои первые выплаты. Напоминаю вам про правила. Изъявил желание и написал в личку. Вступаешь в группу, вносишь 2400 рублей, приглашаешь 2 человека, двигаешься в табличке, получаешь 19200 рублей. Мы работаем командой, помогая друг другу. Кто-то берет кредиты, кто-то ждет с моря погоды, кто-то ждет, пока рак на горе свистнет, а кто-то уже сосет лапу и чувствует, как урчит живот, и он не знает, чем кормить своих детей и себя. Антикризисная игра «Карусель». Заходи и пиши мне в личку и зарабатывай 19200, причем не один раз. Я закрыла уже, наверное, кругов 15, я уже со счету сбилась. Не тормози, бегом пиши мне в личку, находи 2400 и получай много-много денег. Всем пока!